Добрый вечер. Продолжаем прямой эфир. Серега ушел. И домой, и с работы. Давайте с вами пообщаемся. Темы никакой нет. Просто хочу поболтать не с Алисой, а с кем-нибудь живыми людьми. Привет, привет. Я, мне кажется, вообще просто миллион лет не выходила в прямые эфиры. Где-то, наверное, со времен своих розыгрышей. Привет всем, привет. Как дела? Дела? Да нормально. У меня сегодня настроения с утра не было, потом я его сама себе подняла. Так нормально. Чувствую себя, в принципе, тоже пойдет. Не знаю, может быть, я в какой-то в легкой форме более-менее переношу. У меня был один тяжелый день, когда я думала, что все же, я сейчас отъеду. Вот, когда я проснулась с ощущением, что у меня просто все тело вообще болит со всех мест. Вот. А так, кто такой Сергей? 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 Сергей, ну, это мой брат. Я его называю братом. У нас реально такие отношения, как брата и сестры. Где ваш парень? У меня нет молодого человека. Я свободна. Как жить-то? Как жить на карантине? Как жить? Да блин, нормально. Скучновато. Я вот честно, сегодня день прожила. Да, там, можно сказать, закончился. Что завтра буду делать, я еще не придумала. Ну, придумаем, там на ходу разберемся. Вы даже похожи. С днем рождения, сыночка. Спасибо большое. Да, ну вот, кстати, по поводу тестов. Мне сегодня очень много человек написали, что это может быть ложно положительный. Не знаю, посмотрим. Я в понедельник пересдам. Хорошо, что сейчас весь этот карантин устраивают всего на неделю, а не на две, как это было раньше. Есть надежда, что я выйду пораньше, чем через 2 недели. Да, говорят, что 7 дней. Для госслужащих карантин идет 2 недели. Для простых смертных 7. Вот. Как продвигается лечение ножек у Настюши? Какие процедуры? У Настюши, ну вот мы ходим в бассейн. Большой был перерыв, сейчас уже больше месяца перерыв был. Потому что то она болела, то был Новый год. Вот, а так остеопат, массаж и бассейн нам прописали. Признаешь, где новые сиси? Я, кстати, вот сейчас в прошлом прямом эфире с Серегой рассказывала про грудь. Не знаю, наверное, просто уже не хочу повторяться. Я там, мне кажется, все четко рассказала, что об этом думаю. Семья болела ковид 2 дня, температура и все. Ну вот да, у меня получается 1 день была температура, и то, ну, не такая уж и высокая, 37,8. Нормально, жить можно. Прям нереально хочется с вами поболтать и посидеть. Спасибо. Ну, на самом деле, вот, может быть, надо чаще в прямые эфиры выходить. Ну, потому что, ну, это же ближе, так скажем, со своей аудиторией. Вот, ну, в принципе, когда я даже снимаю какие-то истории, блин, ну, там нет никакой наигранности. Да, бывает, что я камеру там ставлю специально, но это всегда я. Вот те люди, с которыми, знаете, вот, допустим, общаюсь, ну, например, я хожу там на массаж или к своему косметологу, и потом после меня приходят девочки и начинают спрашивать: а расскажите, какая Катя настоящая в жизни? И вот я вам могу просто 100% гарантию дать, что вот любой человек, к которому вы придете, они скажут, что она точно такая же, какая вот она в сторис. Ну, блин, не знаю. В принципе, весь мой блог, он всегда строился на том, что я как-то ничего специально не делала. Вообще он родился, потому что это было вот мое желание какое-то чем-то вот делиться, а не ради заработка. Это потом уже это все в это переросло. Так, кто-то тут еще и присоединиться хочет. Я хочу жениться на тебе. О боже, какие предложения на ночь глядя. Так, болеет она, да. Ну вот так вот болею, да, простите. Самое настоящее всегда есть в жизни, и в инсте я верю в это. Спасибо.
100% красотку поругали с Аленой. С Аленой? Да нет, мы не ругались. Алена сейчас тоже на больничном. Алена... У Алены есть определенные, назовем это, стадии в жизни, когда она закрывается и уходит в так называемый домик. Она сама это так называет, и это ее право, поэтому пока временно вот так. Надо подождать, пережить этот момент. Так, маски. Маски, да, маски все пропали, блин, Инстаграм, вот эти вот все глюки, которые были последние дни, там слетели все маски, поэтому маски не работают, их надо восстанавливать. Я займусь этим вопросом. За что я такой сильный, не нужен мужчина? А вот не соглашусь. Кстати, вот из последней вот этой вот темы с психологией. Я работаю над собой. Я устала быть сильной. Мне это все начинает порядком надоедать, и я хочу уходить немножко в другое. В любом случае, сильная, не сильная, я девочка. Я себя всегда по жизни так ощущаю. Вот даже, не знаю, может, мои образы, какое-то поведение, я девочка. Бывают моменты, когда, блин, ну, что-то происходит, да, и у тебя выбора другого нет, ты встаешь и делаешь. Но... Честно, внутри, в душе я хочу другого. Мужчина всегда нужен для определения цели. Ну, согласна, да. В принципе, вот... Алиса! Алиса! Хочу потише сделать. Ну, ладно. Забыла, даже в смысле сбилась. У вас был молодой человек, вы расстались. Да, мы расстались. Выздоравливайте. Спасибо. Почему нет вечеринки пятницы, если большая часть на больничном? Я им то же самое девчонкам сегодня сказала. Я говорю, слушайте, ну какая разница, почему в разных локациях сегодня с вами пьем там аспирин? Ну, не знаю, мы пообщались по видео, все равно же это проблематично, и, возможно, у каждой свой вирус, да, зачем им обмениваться лишний раз? Всех Алис позвала. Кстати, да, я тоже теперь, когда кто-то меня репостит в сторис, я включаю, и там кто-то говорит, Алиса, моя тоже откликается. Моя не слышит, у нее там громкость 7, и она ничего сейчас не слышит. Ой, господи, где молодой человек? Все потеряли молодого человека. Его нет. Ну, в смысле, он есть, он живой. Ну, насколько мне известно, он сейчас за границей уехал и работает. Я с ним на сегодняшний день больше не общаюсь. Все, наши отношения закончились. Я тоже ковидная, сижу дома. Добрый вечер. Кто-то усиленно хочет жениться на мне. Господи, боже мой. Что делать с тем, что как-то замуж, что я не это... Ну, не скажу, что не хочу, ну, блин, замуж это уже потом. Нет, я не нашла, кто мне отправил цветы. Вот они стоят. Отправитель не найден. Я не знаю, вот просто вот 7 белых роз, от кого, неизвестно. Доставка позвонила, спросили адрес, то есть был только мой номер телефона. Не знаю, но приятно. Так, люблю вас, поздравляю с днем рождения, сыночка. Спасибо вам большое. Да, у меня сегодня, я смотрела сторис у бывшего мужа, как они отмечали. Он молодец, все круто сделал, там детская комната, очень много гостей, мой брат с семьей, моя мама, папа, его родители, друзья общие. Было, у Ванюшки была гора подарков, вот такая вот очередь к нему стояла, все выдавали ему подарки. От Насти, от меня в том числе. В конце был салют. Короче, отметили они хорошо. Настя тоже себя чувствует хорошо. Так, нет, это цветы не от Сережи 100%. Он это сегодня тоже озвучил в прямом эфире. Сколько мне лет? Мне 34. Молодец, и ваших позвал. Да, у меня мой бывший муж очень хорошо общается с моей мамой. С папой тоже общается.
Вот, ну, с моей мамой очень хорошо общается, и Ванюшка в большей степени, наверное, даже, ну, не в большей степени, он с моей мамой, не с его. Так, это розы от Жени. А, от какого Жени? Меня сейчас просто разрывает. Жень, просто есть несколько. Так. Да что ж там за этот человек-то, который хочет на мне жениться? Не знаю, сомневаюсь. Какие отношения с Гладковым? С Гладковым? Качели. Иногда бывает подозрительно хорошо, но чаще неадекват. Вот. Муж в ваших глазах реабилитировался. Он реабилитировался как папа. То есть вот как папа, он хороший папа. Я никогда про него плохого ничего не говорила и не скажу. А как муж по отношению ко мне, здесь очень много вопросов. Как бы я ни пыталась наладить, не получается. Так. Так, про Лену я отвечала. Гладков не живет, Жень. Блин, да чего у вас одни и те же вопросы-то? С кем живет Гладков, я не знаю. Может быть, кто-то есть у него. Честно, мне не интересно, я не задаюсь этим вопросом. Так, может, бывшего мужа? Да нет, нет бывшего мужа. Зачем что-то решать с бывшим, Катя? В смысле? С бывшим зачем что-то решать? Ну, с бывшим ничего не надо решать, но если это бывший муж и есть общие дети, в любом случае вам придется с ним что-то решать. Так. О, Господи. Так, короче, три темы. Бывший, Гладков и Башко. Ребята, ну давайте что-нибудь еще, какие-нибудь другие вопросы. Ну, ё-моё. Расставание, переболели, отпустили, да. Я, кстати, я пошла немножко другим путем, непривычным для себя. И это круто сработало, гораздо быстрее, чем, ну, понятно, что у меня были какие-то уже любовные переживания в своей жизни. Вот, и я пошла в психологию. Я нашла причину, что вообще было, даже не причину, проблему где-то в себе, где-то в нем. Сделала выводы, и меня отпустило очень быстро. Вот прям очень. Я даже сама не ожидала, потому что, ну, влюбленность, чувства были довольно сильные. Вот, а пережила я это довольно быстро. Короче, вот. Так. Это про самую интересную тему. Ну, да. С кем ты спишь и сколько зарабатываешь, это всегда всем самое интересное. Так, Башко это кто? Добрый вечер. Так, почему переехала с севера? Вы были на севере? Вы там жили? Вы бы не задавали такой вопрос. Колонка моя тоже в пути. Спасибо за то, что поделились. Да, кстати, мне кажется, Алиса просто вот разлетелась. Хотя мне случайно в комментариях знакомая девочка сказала о том, что эту колонку можно взять по подписке. Потом я приходила на реснички к своему мастеру, она такая: да, у меня тоже колонка по подписке, хочешь, я тебе ссылку скину? Я говорю: да, давай. Ну и все, я потом поделилась этим в сторис, и это просто вот вообще разлетелось на миллионы семей. Блин, Яндекс, где моя зарплата за рекламу? Ну, это на самом деле была просто вот... чисто какая-то вот полезная блогерская вещь, которую я выдала. Вот. Нижневартовск, привет. Как бы я ни бежала из того города, но я его люблю. Там было много всего важного в моей жизни. Там много родных, любимых людей осталось. Не помню ваше отчество. Я Викторовна. Так, кем вы работаете? Я работаю блогером. Блин, ну что за вопросы? Ну, конечно, на сегодняшний день, мне кажется, уже можно вообще в нормальные рамки профессии вносить работу блогера. Потому что это реально работа.
в какой-то момент, вот когда я это только начинала, когда на меня косились в Нижневартовске мамочки со двора и говорили: блин, она детей видит только через экран телефона, там тре-те-те-ре-те-те-те-те-те. Потом, спустя пару лет, эти же мамочки приходили и просились ко мне на рекламу. Тоже вести хотели свой блог. Вот так вот. Ну, а сейчас вы сами знаете, что такое Инстаграм. Вы сами все там сидите. Поэтому блогер, это да, это работа, это настоящая работа, потому что придумывать, создавать этот контент, постоянно что-то снимать, это надо очень много энергии, это надо вдохновение, желание вообще, в первую очередь вообще все это делать, потому что без желания у вас точно ничего не получится. И самое главное, не искать цели именно заработать, а делать это с душой. Вот тогда получится. Как работать с Wildberries? С Wildberries ждем вторую поставку. Скоро у нас придет. Я не скажу, что я там вообще просто в восторге от Wildberries там, и так далее. Да, блин, прикольно. Это какая-то материальная часть моего дохода в жизни. Но, честно, она настолько несравнимая с Инстаграмом, что, ну, как бы, блин, есть и есть. Это просто вот что-то дополнительное в моей жизни. Но точно не основное. Инстаграм приносит гораздо больше доход, чем Wildberries. Ну, на сегодняшний день. Возможно, может быть, я только начинаю. Возможно, не тот товар. Возможно, не те объемы. Много там факторов, там дофига вообще, что есть. Ну, пока вот так. На сегодняшний день вот так. Но ждем сейчас вторую поставку. Я все равно не хочу на этом останавливаться. Будет что-то новое. Хочу вообще, в принципе, попробовать даже какой-то новый товар. Но тема бокалов мною любимая, я ее оставлю, это однозначно. Потому что вообще, в принципе, вот вся эта тема с посудой, она родилась от моей любви к посуде. То есть не потому, что я такая прошарила все ниши и такая, блин, что бы выгоднее продавать. Выгоднее продавать, знаете, что? На Wildberries. Охеренно заходят, внимание, носки, секс-товары. Это вот всякие, знаете, там, фалоимитаторы, смазки, порно-белье. Да, прикиньте, на этом люди зарабатывают просто вот миллионы. Ну, еще есть там несколько пунктиков, ну, просто я сама вот, ну, честно, сама для себя просто не готова это продавать. Такая, я как Гладкова, я открыла магазин, заходите, у меня носки и фалоимитаторы. Блядь, что такое? Ну, конечно, нет. Я всегда за то, чтобы работать и создавать то, что ты любишь. Для меня, допустим, вот посуда, визуал какой-то, для меня это важно. То есть я, в принципе, я визуал. То есть для меня вот что-то вот красивое, для меня все это, все вау, я хочу. Я могу это продать или там, ну, не знаю, там кому-то объяснить, что это красиво. И бокалы для меня это вот одно из. То есть я считаю, что это красиво. Для меня это эстетика, я получаю удовольствие даже вот просто пить воду из красивого бокала на тонкой ножке. Да, я вот, ну вот, поэтому я это и продаю. Так, болтаю тут. Привет с Краснодара. Привет, как у вас погода? Я за Настюхой в Сочи все наблюдаю, там снегопады не заканчиваются в Сочи. Катя, это антибиотик или вискарь? Я без антибиотиков и вискаря. У меня сегодня морс мне привезли. Блин, лучше бы вина привезли. Так. Потом отказаться от подписки на Алису можно, кто знает. Слушайте, ну вот у меня подписка на 3 года. Почему я взяла на 3? Там можно взять на год, но это будет дороже. Я взяла на 3, потому что у меня была подключена Яндекс.Музыка уже 3 года как. Я платила за нее там что-то 160 рублей в месяц. Каждый месяц 3 года. Просто так. Вот просто за то, что у тебя в телефоне Яндекс.Музыка. А сейчас я плачу, 419, по-моему, рублей. Сюда входит Яндекс.Музыка, Алиса, фильмы там какие-то можно смотреть, если бы был телевизор. Вот, и за все это 419 рублей. Я считаю, что это очень выгодно. И у тебя, Алиса, бесплатно. И так ты платишь 3 года.
Блин, ну 3 года, Алисе, ты точно пропользуешь. Это кажется, что 3 года это дофига. На самом деле это пролетит вот так вот все просто, вы не заметите. Вот. Ну и, конечно, Алиса остается у вас. Да, ну вот правильно, отказаться нельзя, будет работать только по Wi-Fi, да. То есть, ну, она, в принципе, Алиса, она и без подписки будет работать, но не полноценно, не так вот, как вот можно сейчас вот с ней поболтать, и все функции, которые в ней есть, она у вас так работать не будет, она будет просто какую-то вот музыку включать, радио там, например. Так, вам легче ставить, она скажет, что выпила. Я, знаете, что выпила? Я супрастин выпила. Или кто он там? Да, супрастин. Так, часы будильника все досрочно закрывать. Ага, да, не меняется. Так, так, так. Продам номер Кати Голодкова. Марат! Марат, я жду от тебя цветы. Ты сегодня сказал, это не от тебя. Где от тебя? Потому что мы этот букет так и не обнаружили, от кого ты сам напросился. Жду завтра букет. Никаких гвоздик. Так. Ты сейчас не шьешь одежду, шила? Нет, сейчас не шью. Знаете почему? Помните потоп на съемной квартире? У меня утонула машинка моя швейная. Я так ее и не восстановила. Она у меня все еще стоит у Аленушки. Когда-нибудь я ее заберу и отремонтирую. Ну, это будет когда-нибудь. Вот. Так, где взять ссылку на колонку? Девочки, миллион раз уже ее оставляла. Можете просто загуглить «Алиса по подписке». Просто понимаете, если вопросы эти приходят каждый день, честно, вот одно и то же, одно да потому, одно да... Но если я буду это репостить и отвечать всем одно и то же каждый день, вам же будет неинтересно смотреть эти сторис. Вы скажете, блин, да достала она уже с этой колонкой. Я и так эти репосты делаю через раз. Отмечают вообще дофига реально, сколько человек. Я выбираю выборочно там один, там два репоста. И добавляю, но отметок очень много с той же Алисой. Загуглите Алиса по подписке и перейдете по ссылке. Либо можно, вот, например, если у вас есть Яндекс.Музыка, там есть подписка Яндекс.Плюс. И там пошарьтесь, там найдете, что можно выбрать Алису. Так. Сохранить прямой эфир. А тут что тут полезного? Мы просто болтаем, сидим. Так. Что там с Сергеем? Да с каким же? У меня этих Сергеев что-то... Спасибо большое. Настя, Настюша нет. Я сегодня писала папе Настиному, что у меня положительный тест, и желательно бы детям чего-нибудь бы выдать, там какого-нибудь там витамина С и так далее. Он сказал, что решит этот вопрос. Но он даже когда забирал Настю, он знал, что я сдаю тест, что я сдала тест, и он как бы взял на себя эту ответственность, так скажем. И большое ему за это спасибо, потому что вот это вот мое состояние, и сейчас бы тут был ребенок, ну, было бы тяжелее в 2 раза точно. Так. Родители были в гостях? Нет, у меня не было родителей в гостях. Смилаш? Смилаш? Ну, блин, да, общаемся. Вон, сегодня сторис у нее смотрела, отвечала, и она мне сегодня с утра написала, а что, уже пятница? Общаемся, ну как, блин, вот, так же, как блогеры в директе общаемся. Если я приеду в ЕКБ, я уверена, что при любой возможности мы встретимся с удовольствием. Уверена, что Катюха тоже будет, только за. Так, твое, мое определение идеального и красивого. Задайте, пожалуйста, корректно вопрос. Твое, мое. Приезжайте к нам. Спасибо. Я с удовольствием, так я вроде на карантине. Так, короче, вопросов-то так много, я не успеваю. Так, с Пашко поссорились, с Соловьевым поссорились. Господи, боже мой, приезжайте, Катя. Так, в Екатеринбург. Спасибо. Так, отношения с мамой расскажите, вы ее не видели. С мамой, так, скорейшего выздоровления, приезжайте к нам. Блин, и вопросы новые приходят, у меня эти старые слетают. Так. О, да,
Дашка! Дашка, пойдем со мной в прямой эфир. Филатова, пойдем, пойдем, пойдем. Блин, да, я должна еще к Даше Филатовой в Питер полететь. Мы с ней договаривались. Она была у нас в Тюмени. Что это было? Это было начало августа перед моим днем рождения. Эта девочка просто вот, вот моя. Вот просто мы с ней слились, мне кажется, воедино языками, вот так вот. Блин, Дашка крутая. Так, Даша, выходи, пойдем со мной в прямой эфир. Пойдем, 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 Даша. Так, да, я в лесу. Даша в лесу, блядь, простите. Простим Дашу, она в лесу. Даша, что ты делаешь в пятницу вечером в лесу? Так. Так, 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 так. С покупкой дома. Кстати, вот давайте про покупку дома. Я ездила, смотрела эти дома. Смотрела, 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 смотрела. Короче, хочу, не могу. Вот это вот мое вот дикое непреодолимое желание. Вот я прям вот хочу. Это тот случай, когда страх чего-нибудь там сильнее каких-то там других страхов, короче, желание сильнее всех этих страхов. Я съездила, посмотрела все эти дома, очень много, прям реально прикольные дома с классным ремонтом, вот просто вот заезжай, живи, вот, вот мечта, вот просто, вот она моя, вот просто рядышком. Ну, вот эта вот ситуация с тем, что мне надо будет сдать свою квартиру, вот эту, то есть есть такой вариант, то есть я сдаю свою квартиру, добавляю какую-то сумму и беру ипотеку. Я вроде уже скинула документы для того, чтобы мы там, ну, составили договор, потом мы его подписали. А потом я живу с этой мыслью, каждое утро встаю и думаю, блин, сука, страшно. Я, может быть, трусиха, но, блин, я боюсь вот этих вот обязательств кредитных, ипотечных, потому что я знаю, что я одна. Ну, вот так. То есть, вот я сейчас живу, я никому ничего не должна. Вот у меня есть жилье, есть там машина, есть там работа там, да, и вот я живу, я никому ничего не должна. Что-нибудь там случись там, я не знаю, у меня хотя бы долгов нет. А когда у тебя есть ребенок, и ты знаешь, что у тебя поддержки ни от кого нет, и брать, ну, такую приличную сумму в ипотеку, не страшно. Вот вроде и хочу, и боюсь. Не знаю, я еще до конца ничего не решила, но вот я пробовала с этой мыслью просыпаться, то есть вот утром просыпаюсь, и я такая, я вот прям представляю. Вот я взяла ипотеку, вот я взяла, купила этот дом. Вот я там, ну, мысленно так представляю, думаю, вот я проснулась, я в доме там своей мечты, все как бы, все круто, супер. Но мне тяжело жить с той мыслью, что я кому-то что-то там за нее должна. Когда я ложусь засыпать спать, я тоже там про это, про все думаю, блин, у меня там еще столько долгов, там, ё-моё, что вообще, блядь, где это все брать, вывозить? Вот, потом пробовала несколько дней просыпаться с той мыслью, что я оставила все как есть. То есть, ну, не знаю, там, не полезла в эти долги и кредиты. Я понимаю, что мне вот во втором моем состоянии мне живется спокойнее. То есть вот я утром просыпаюсь, я никому ничего не должна, и мне так спокойнее жить. Вот есть у меня деньги, я, допустим, там планирую машину поменять в ближайшее время. Но это будет моя машина, я никому ничего не должна. Я пошла, вот взяла, там, сняла и пошла, купила. И все, и там езжу на ней. А с домом это по-другому. То есть я буду еще несколько там, какое-то время кому-то что-то должна платить, и мне тяжело вот где-то вот внутри, в душе. Не знаю, может быть, это к этому тоже можно привыкнуть, но как-то так. Это тоже вот откуда-то из психологии, из тренингов, когда вы не знаете, как поступить. Попробуйте представить и ту, и другую ситуацию. Вот, например, ну, к примеру, вы хотите уволиться с работы. Проживите этот вот момент
день. Вот, например, утром встаньте и представьте, что вы уволились с работы. Как вам живется с этим ощущением? Вы по кайфу себя ощущаете? Вам легче? Вам круче? Вам спокойнее? Либо наоборот, вам тревожнее, и вы поймете тогда сами для себя, что как бы, да в принципе и работа-то еще ничего, чего уж я прям там докопалась. Или наоборот, я все правильно сделала, как бы я иду дальше. Вот. Ну, такие чисто психологические приемчики из последнего опыта. Так, ну, про ипотеку у каждого свои взгляды. Ну, да, ну, вот знаете, когда есть семья, например, когда есть родители, которые помогают, ну, к примеру, да, кто-то там живет в такой ситуации, либо есть муж, и вас хотя бы уже двое, это уже не так страшно. А вот когда ты один, и ты понимаешь, что только все вот на тебе, ну, тогда ты по-другому себя ощущаешь. Так. Господи, там человек-то прям успокаивается, который замуж зовет. Так. Так. Про грудь. Блин, про грудь я уже в прямом эфире у Сереги рассказала. Мне что-то второй раз-то неохота, уже скучно рассказывать одно и то же. Даша, я передаю привет тебе в лес. И жду приглашения в Питер. Я помню, что мы с тобой вот это вот все обсудили, договорились. Я тебя тоже всегда жду, но сначала я к тебе в Питер. Так, купить дом, снимать, уже не блок, повышать аудиторию, ценник на рекламу, быстрее гасить ипотеку. Да, как вариант, но видите, у каждого же свое все в голове. Музыку только слышно. Серьезно, надо Алису убавить. Алису убавить. Алиса! Сделай потише. Еще. Алиса! Громкость 6. Громкость 6, Алиса. Так. 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 Коротко про грудь. Так. А сейчас есть звук? Есть звук? Все еще нету. Блять. Есть, появился? Все супер. Все супер. Так. Угу. Да, все. Всем привет еще раз. Давайте про грудь.
тоже очень, очень частый вопрос в моем директе. Короче, у меня сейчас какой-то непонятный период тоже принятия, осмысления. Я думаю, надо оно мне или нет. То есть я до конца не решила. У меня был в жизни очень яркий период, когда я решила, что да, вот все, я хочу, я не могу, просто вот я... Это, знаете, я была на Кипре, когда я насмотрелась вживую вот на девочек с красивой сделанной грудью. Были, конечно, варианты, где и некрасиво сделано с перебором, но я смотрела вот именно на то, что думаю, блин, вот красиво. Это было не только на Кипре, это было там и, допустим, в Сочи, где-то еще, особенно вот, ну, когда у тебя купальник, и тут вот, там, не знаю, может, какое-то открытое платье. Вот, и у меня как бы есть предложение съездить, сделать операцию. Я очень сильно этим загорелась, я прошла там, сдала все эти анализы, все, я посмотрела на себя со стороны, представила себя вот в другом образе, думаю, ну почему бы и нет. То есть тут меня вот и зовут, и я сама хочу, и, блин, вообще, короче, я там не могу, хочу, вот просто вот 90% из 100 я вот все, я готова была, я уже ехала, просто вот под нож ложилась. Вот, потом случился какой-то вот переломный момент, когда я, короче, когда не срослась поездка. Там подорвалось и мое здоровье, после которого, ну, как бы в этом состоянии, как мне сказали, что, ну, как бы, типа, блин, нежелательно ложиться под наркоз, надо подождать. И вот я вроде подождала, может, перегорела, я не знаю, как это назвать, но я начала задумываться, я еще немножечко это, светоцой, я такая думаю, блин, может, это знак какой, может, не надо, может, ну, блин, надо подумать. Ну и я начала думать, и вот я сейчас все еще нахожусь в этом состоянии подумать. То есть можно как бы поехать сделать, я вроде как хочу, но сейчас я хочу 50 на 50. Я 50 и хочу, и 50 и не хочу. Вот, ну в любой момент можно сорваться, поехать и сделать. Ну то ли, блин, не ко времени, то ли я сама себя отговариваю, не знаю. Думаю, короче, еще, ребят, вот. Может, пережила этот момент, вот настолько сильно я эмоционально этого хотела, что в тот момент, когда не срослось, я такая, блин, и перегорела, что ли. Не знаю, может быть, так можно объяснить. И так отлично. Вот, и спасибо. Жесть, Катя, ну зачем под нож? Ну, вы знаете... Почему бы и нет? Ну, как бы, почему бы и нет? Вот можно сделать красиво. Можно же сделать это аккуратно. Это же не говорит о том, я не собиралась себе там идти и делать, блядь, пятый размер груди. Я бы ее в любом случае себе сделала аккуратную, красивую, просто придала бы упругости. Такой, которая была там до кормления детей. Вот, я там максимум бы себе третий размер сделала. У меня сейчас второй. Ну что? Так, пережила операцию, это непросто. Ну, блин, пережить операцию, ну, тоже, знаете, все по-разному переносят. Этих случаев миллион, у кого и хорошо, у кого и плохо. Давайте не будем на плохо заостряться. Так, про Настю помаду. А, вообще, я ничего про нее не знаю, я больше с ней не общаюсь. Так, всем привет, в городе по-русски, только по-английски, делаю понятие, какие отношения с мамой после есть, плохие вам идет. Делай так, как хочешь, даже договорят, ра-та-та-ра-та-та. Ну да. Грудь — это просто мода, не ложитесь, девочки, под нож. Да я не сказала бы, что это мода. Если бы это была мода... Наверное, это просто
другое время, другие возможности. Я бы это так назвала. Но не мода. Мне как бы пофигу, что там модное, если бы я этого не хотела сама. Так, 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 так. Тише не делай, мужчины такое не любят. Ну вот, кстати, да, мужчины тоже вот кто как. Проводила тоже свой опрос. Большинству мужчин нравится вот, ну, на вид, да, а трогать нет. Тоже, кстати, вот, стоит задуматься. Про Айгуль. Про Айгуль я не знаю, я не общаюсь с ней точно так же, с того же времени она сделала какие-то неправильные выводы, обиделась там на меня непонятно на что, и мы перестали общаться. Ну, как бы тоже ее право, я никого не заставляю с собой общаться. Чудо женщина. Да, Настюха, тоже скучаю по ней очень. Я хочу поехать в Сочи. Тоже маленький секрет вам раскрою. Этой весной хочу поехать в Сочи, снять жилье где-нибудь недалеко от Настюхи. Знаю там райончик, ну, недалеко от Настюхи, потому что, ну, понятно, чтобы мы там поближе друг к другу были, да, и там почаще общались, виделись. Вот, и съездить не именно вот прям к ней в гости, а съездить прям вот пожить, ощутить эту атмосферу, иметь возможность там, не знаю, утром встать и пойти к морю. Что-нибудь такое, прям вот, прям пожить там, не знаю, ходить в магазин, покупать продукты, там что-то готовить это, и так далее. Вот я хочу взять месяц, как раз вот в Тюмени, когда начнется вот эта вот дурацкая погода, когда будет вот эта грязь, слякоть, вот это вот все. Вот, посмотрим, хочу. Это вот тоже вот, опять-таки, возвращаясь к дому. Если будет дом, я уже так не сделаю. Это же тоже все деньги, финансы. Так. У многих тема с мамой тяжелая. Катя, ответь, пожалуйста. Давайте про маму. Хорошо, давайте про маму. С мамой у меня тоже отношения такие. Не знаю даже слово какое подобрать. Но начнем с того, что у меня их, в принципе, с мамой, даже вот со школьного, с подросткового возраста, я никогда не была с мамой подружкой. Ну, вот так сложилось. Сейчас со стороны своего там возраста и хоть какого-то, ну, блин, опыта, я понимаю, что тут, ну, понятно, что виновата мама. Как бы это грубо там не звучало, но в любом случае в том возрасте, когда я была школьницей, это все зависело от мамы, от меня это не зависело. Воспитывала она меня, подавала пример, как жить она мне, и выстраивала отношения она со мной, не я с ней. Вот, поэтому тот момент был упущен мамой когда-то. Ну, я ни в коем случае там, ни в чем ее не обвиняю. Ну, блин, ну вот так вот получилось, да. У нее на то были свои причины, там, проблемы какие-то, возможно, в жизни, там, в понимании. Вообще, в принципе, там, по-другому раньше все устроено было, вот эти вот все советские там установки в голове. Вот. Никогда не была хорошей, там, любимой, всегда, знаете, из разряда. Как бы ты хорошо не училась, ну, вот, например, соседка там, вот, Маша, или там сосед там, вон, Паша, вот они хорошие, а ты вот все равно, блин, хрень полная. Ну, вот так вот, такое вот у меня было детство. Возможно, кстати, невозможно, вот как раз-таки отсюда вот эти вот черты характера, которые у меня взялись, как вот, ну, после общения с психологом, он мне объяснил это так, что это вот у тебя состояние чего-то добиться, это как раз-таки доказать своей маме, что, блин, вот, а я могу, а я вот могу, я смогла, а я вот все-таки молодец, я хорошая. Ну, это как бы, вот, а самая главная большая проблема, это вот то, что после того, как мы развелись, то есть она, в принципе, не принимает мой развод до сих пор.
когда начались проблемы вот эти вот все в браке, они длились очень большой такой длительный период, то есть это не было просто, что мы поругались и разошлись, я такая уехала. Да нифига. Там несколько лет это все тянулось, и жили по разным комнатам там и так далее. И когда я приняла уже какое-то вот, ну, свое решение, что я такая, все, блин, мне надоело. Вот я так больше не хочу, я хочу жить нормально. Я вот так вот не хочу, я хочу по-другому. Вот, на что мама мне всегда отвечала, что, блин, живи и терпи. Я до сих пор помню ее слова, когда я объясняла, говорю, слушай, ну я вот его не люблю, не хочу, он меня не уважает, не любит, не ценит как женщину, мы с ним не спим. Ничего, мы просто вот существуем рядом в соседних комнатах. Это, блядь, ненормально, это не семья. Это видят дети, то есть мы ругаемся, он может руку на меня поднять. Это, сука, ненормально. А она мне говорит, надо семью сохранить. Вот реви в подушку, но, блин, терпи. А я сказала, нет. Сделала не так, как хотела моя мама, не так, как... Она ожидала от меня, ну, в принципе, я ее, видимо, все ожидания в ее жизни я не оправдала, но я об этом не жалею, это ее желание, а жизнь моя. Вот, ну и поэтому вот эти вот все разногласия, ну, в целом, если взять, то мы все равно мы общаемся, то есть я не скажу, что мы там вообще просто вот на разных берегах. Мы общаемся, связь какую-то поддерживаем, можем созвониться. Были моменты, когда мы там вообще не общались. Например, она могла там, не знаю, там не поздравлять там с днем рождения, там с праздниками, там, не знаю, игнорировать мои события в жизни, там в плане, там, не знаю, там купила машину, там или купила квартиру, там сделала ремонт, переезд у меня. Она игнорировала все эти события в моей жизни. Ни одного не, блин, там молодец, ни одного не поздравляю, ничего такого не было. Вот, ну. Я ее понимаю, я там ее где-то не устроила, как бы понятно, зачем ей там дальше продолжать где-то там говорить, что я там молодец. Вот, ну, в любом случае, я ей благодарна, потому что вот эта вот вся ситуация, сложившаяся с детьми, то есть она очень сильно помогает Гладкову с Ванюшкой. То есть у Вани есть женская забота и внимание, там, ну, от меня понятно, да, но в большей степени вот на сегодняшний день от бабушки, от моей мамы. И тем самым получается, что вот то, что не додала она мне в детстве, она сейчас отдает моему ребенку. Вот такая интересная жизнь, такая интересная штука. Это я в несколько сессий очень долго общалась с психологом. Мы это все очень долго обсуждали, и я, в принципе, как бы я сама это все в голове понимала, но когда человек, к которому ты обращаешься, который, ну, для тебя типа учителя, там, врача, там, доктора, который тебе говорит какие-то вещи, подтверждает или, например, там, объясняет, ты такая, о, блин, ну да, значит, я вот права, вот, значит, я все-таки молодец. И вот, вот обсудив вот это вот все, как бы вот такие вот выводы. Поэтому вот эти вот... Я знаю, что очень у многих проблемы вот связаны именно с неприятием там мамы, там папы, там и так далее. Слушайте, ну, переделать родителей не надо и нельзя, и не получится. Единственное, что можно сделать, это просто принять. Вот сказать им за все спасибо и принять. Вот все. Больше делать ничего не нужно. Потому что переделать вы это никогда не переделаете. Там уже свой мир в голове, свои установки, и бороться с этим просто вот, ну, бесполезно и не надо. Вот, такая вот ситуация с мамой. Так, ну-ка, интересно теперь ваше время. Так, спасибо за искренность. Пожалуйста. Так, что за чушь? Всем, подождите, все работают по... Блин, сбиваются сообщения... в то время и некогда было с детьми заниматься. Ну, блин, я, видимо, тут что-то пропустила. Так. Так. Получается, что вы с вами будете далеки друг от друга. Блин. Новое сообщение приходит, у меня старость летает. Где кошка?
где кошка? Какая кошка? Кошки давно нет, она живет у моего папы. Я эту историю тоже уже 100-500 раз рассказывала, где кошка. Но ведь в этом мама с отцом твоим в разводе, блин, ей можно, а тебе нельзя. Мама с отцом... Мама с моим папой не в разводе. А вот это как раз-таки тоже интересная ситуация. Вот они не в разводе, но живут отдельно. Кому с этого легче, блядь, непонятно. Так. Тоже переживаю. Не все изливайте. В смысле, не все изливайте, Катюша, с братом. С братом, да, хорошо общаюсь. Это, кстати, брат и папа, это те два мужчины в жизни, которые больше на моей стороне. Вот из всей этой ситуации общения с мамой, то есть папа поддерживает больше меня. И такая же история с братом. То есть они как бы, ну, блин, они, конечно, они все общаются, но они тоже говорят, что как бы, ну, там, блин, тяжело. Ну, в смысле, я сейчас про маму. Что с ней тяжело договориться, там, понять, принять. И мой брат всегда был такой же, вообще, вот, просто вот... Все, блин, хорошие, а вот мы с ним вдвоем плохие. Ну, вот так. Ну, вот, что сделаешь? Не знаю, все равно люблю свою маму. Че поделаешь? Блин, что-то хотела сказать тоже вот в эту же тему про брата, про маму. А, у меня очень сильный был переломный момент, когда моя мама пришла на суд по разделению детей на сторону Гладкова. То есть она пришла против меня. Да, это такой... Я сейчас, конечно, сижу, улыбаюсь, на самом деле это был просто, блядь, нож в спину. И моя мама мне, она тоже, что, блин, надо Ваню оставить с Женей. Надо Ваню оставить с Женей. Оставь, блядь. Вот, и сколько бы я ни, там, ну, попытки какие-то не делала, действия, там, еще что-то, ну, когда тебе родственники со стороны, когда тебе твоя мама, когда там... бывший муж активно все это делают, отслуживают, там просто он собрал такой огромный пакет документов, он очень хорошо подготовился. Но это все херня. А вот когда моя мама пришла на суде, встала и такая говорит: надо, чтобы Ваня остался с Женей. Что там Катя-то сможет? Ставьте его Настю, Катя, а Ваня пусть с Женей живет. Вот тогда был пиздец. Я просто вообще, я потеряла, я вообще не, я не ожидала даже, я даже не знала, что она приедет, она мне ничего не говорила. Я с этого суда вылетела пулей. Ну, понятно, что не из самого заседания, а когда это все закончилось, то есть я просто вот вообще как ведром, блин, помоев была облита. Я... Еще в тот день была без своего адвоката, она у меня была беременна и не поехала. Вот, я с ней созвонилась, она такая: в смысле, мама пришла на суд против тебя? Она говорит: ну ты понимаешь, что это пиздец? Ну как бы для судьи это жесть. То есть, ну когда твой близкий родственник приходит против тебя, я говорю: слушай, ну что я сделаю? Ну вот так, ну вот против она. И она решила еще и вот так это показать, что она против. Ну, как бы, ну все, и после суда я вылетела, поехала, у меня Настя была там дома у нее, я приехала, думаю, сейчас быстренько все это соберу, я не хотела вообще никого не видеть, не слышать, ну, просто это, блядь, просто шок вообще был. Я чуть-чуть не успела, просто буквально там минуту мы разминулись в дверях, то есть я Настю прям обуваю, ботинки вот так вот на скоряк, у меня там машина завела уже, все, вообще, я уже в Тюмень еду. Заходит мама, она ревела, она извинялась, она просила прощения, но как бы было уже все сделано. Вот, а на следующем суде я проиграла Ваньку. Вот. Так, в этой ситуации трудно не материться. Да, я матерюсь, и чё?
Так, господи, кто режет матерные слова, закройте уши, ложитесь в баньки. Господи, кому там мат не нравится? Ой, ребята. Так, не планировали типа оставлять себе? Ну как не планировала? Я бы, наверное, тогда в суд не подавала, правильно? Ну, вы знаете, вот эта вот вся ситуация с Ванюшкой, сейчас вот тоже время проходит, я понимаю, здесь привычка уже, привыкание какое-то приходит, как бы это жестко не звучало, и понимание, здесь идет выбор, что и как будет лучше. И ситуации бывают разные. Вот все как одно, блин, там, вот с мамой лучше, с мамой лучше. Вот вы знаете, ситуации разные бывают. Я согласна, что с мамой лучше. Но есть папа, с которым тоже хорошо. И когда мама одна, с двумя без поддержки, и когда есть папа, у которого есть сильное желание что-то сделать для ребенка, я сейчас это говорю, потому что я это уже приняла. Вот в тот момент, когда мы судились, я, естественно, там тоже с матами, с криками, там, ссорами, там, уездами там, и так далее, я это все ничего не принимала и боролась. А сейчас, когда ситуация уже такая есть, ну, блин, я пытаюсь это принять, проработать. А как еще сделать? Так. Я по гороскопу Лев, да. Так. Давайте почитаем, что там. Никогда не судите по себе. Никогда. Вот все, кто вот вы сейчас пишут, я там бы перегрызла бы. Грызите. Грызите, вы правильно делаете. Вы правильно делаете, грызите. Но у всех ситуации разные. Вы свечку никогда не стояли, не держали. Вы все до конца не знаете. Поэтому сидеть тут и рассуждать, ну нет, ребят. Так, может, у вас подруга Айгуль была? Про Айгуль я уже тоже отвечала. Башко в домике. Цветы не от Гладкова. Так, классное, сильное здоровье. Спасибо большое. Так, нет вопросов, молодец, умничка. Спасибо. Ну что, у нас время 1:30. Можно ложиться спать. Правда, спать вообще не хочу, меня не уложишь, потому что я выспалась. Столько спать на этом больничном. Сегодня был очень откровенный прямой эфир. На минуточку я трезва, у меня здесь морс. Просто захотелось поболтать. Вот. Сохранять ничего не буду. Пусть это останется нашей с вами маленькой тайной. Вот эти вот 3000 человек, которые сейчас смотрели. Вот. Всем доброй ночи, всем до завтра. Mm-hmm.